Ну, я все обошел. Папы нигде нет. В погребе разгроме кто-то лежит. Прошу прощения, я скоро вернусь. Еще не хватало чему-то случиться в канун Рождества. Сколько раз говорила, что за гостями глаз да глаз нужен. Черт, где этот Роман? Когда надо, никогда не дозвонишься. Тамара Ивановна, это не я. Иди отсюда. Я ничего не... Я сказала, пошла вон! Да, мама, что случилось? Что? Что? Макс, быстро иди за мной. В смысле? Стаси, пошли. Мариш, ты куда? Я на передом. Алло. Что за таинственность, ребят? Ну? Алло, что случилось? Отличное Рождество! Нет, ну серьезно, как будто к ним там Санта прилетел, а мы тут плохо себя вели. Очень смешно. Скорая, срочно приезжайте. В райском месте пострадал человек. Думаю, травма тяжелая, да? Аня, звони нашему врачу. У него телефон отключен. Звони еще раз. Подожди, не трогай его, отойди. Ба, тут же полно гостей. Ну должен же быть среди них хоть один врач. Подождите, подождите, Макс прав. Сергей Стрельбицкий. Аня, Аня, тащи его сюда. А, мам, но он правда не травматолог, он пластический хирург. Какая разница? Так, скорая будет не скоро. Праздники, все машины на выезде. Я вас прошу, аккуратней. Вы можете сделать какой-нибудь предварительный прогноз? Трудно сказать что-то конкретное. Нужен рентген. Я сам отвезу папу в больницу. Слушайте, у Романа тяжелая черепно-мозговая травма. Везти на машине категорически нельзя. У него могут быть повреждены внутренние органы. Но мы не можем так спокойно стоять и ждать, когда мой сын умрет. Добрый вечер. Стрельбицкий. А я сейчас нахожусь в отеле «Райское место». У нас здесь несчастный случай. А мои коллеги из Ужгорода обещали прислать вертолет с санавиацией. Как скоро они будут? Обещали как можно скорее. Тамара Ивановна, что-то случилось? У Романа сердечный приступ, но мы все надеемся на лучшее. Во всяком случае, это не повод прерывать веселье. Вы продолжайте, веселитесь, празднуйте. Что-то она темнеет. Да уж, веселитесь. Как же, приступ сердечный, поверь я. Ин, выпей, пожалуйста. Бери меня. Давай, давай, пей, пей. Спасибо. О, молодец. Иночка, да что случилось-то? Мы ведь так толком ничего и не поняли. Да дайте ребенку в себя прийти. Что не видите, она еще от шока не отошла. Я зашла в погреб и включила свет. А там стеллаж опрокинут. Бутылки валяются, а под стеллажом лежит... Немедленно прекрати сочинять всякий бред. Моего сына прихватило сердце. Просто прихватило сердце. И если я узнаю, что кто-то из вас
обсуждает это с гостями отеля. Или чешет языки между собой. Выгоню к чертовой матери, всем ясно. Вперед, работайте. Что встали? Смена еще не окончена. А горничным тут вообще нечего делать. Да. Как работать в такой обстановке? Тарас, помоги мне с горячим. Да, да, да. Но я ведь правду сказала. Ниночка, я все понимаю. Но Тамара Ивановна права. И правда, она может сейчас навредить репутации отеля. Ну вот если гости, они узнают, что тут небезопасно, они же перестанут сюда приезжать, правильно? Ну вот. Поэтому помалкивай. Добро? Ну, идем, идем. Что тебя потащило в этот дурацкий погреб? Сынок, берегись. Что? Уйдите отсюда все! Мама, Катя. Мама. Сердечный приступ. Бред какой-то. Покой душу новопредставленного Рабата, его Роман. Прости ему все грехи этой жизни, Господи. Семен Назарович, что с вами? Рома, брат мой, царство ему небесное, Господи. Господи, упокой душу раба твоего, Роман. Прости ему грехи вольные и невольные, Господи, Господи, прости, помилуй, Господи. О, Боже. Слышишь? Вставай, я сказала тебе! Ладно, отстань от меня! Вставай, скотина! Это ты, скажи! Это ты сделал, я тебе говорю! Что ты от меня хочешь? Сдавайся! Когда ты успел? Скажи, это ты или нет? Говори, скотина ты! Ну, дай поспать, а! И так тошно! Не трогай меня! Признавайся! Ничего, ничего. Зараз приедем домой. Ты примешь душ, выпьешь чай с малиной. И ляжешь спать. Ну, это если тетя Галя ничего в голову не придет. Тетю Галю я постараюсь отвлечь. Возвращайтесь назад. Ну, пока никто никуда не уходит. Сейчас сюда приедет следственная группа. Им нужно опросить тебя, Анну Григорьевну, о том, что произошло в винном погребе. Я все рассказала, больше ничего не знаю. Когда Роман Назарович придет в себя, расскажет, как все было. Здравствуйте, я Семен Назарович Марченко. Никаноров Игорь Павлович. Мой коллега Вадим Сергеевич, эксперт-криминалист Анатолий Абрамович. Тамара Ивановна просила проводить расследование в строгой секретности. Понятно. Никакой утечки информации. Особенно журналистов. Следуйте за мной. У меня есть все основания подозревать, что моего сына убили. Откуда такая уверенность, Тамара Ивановна? Да потому что только идиот пойдет в винный погреб в тот момент, когда его должны объявить наследником райского места. Мой сын был кем угодно, но только не идиотом. Я дорожу репутацией отеля. Расследование должно проходить строго конфиденциально. Официальная версия смерти Ромы. Несчастный случай. Сердечный приступ. Неудачно упал, зацепил стеллаж, тот рухнул на него. Ваша задача – найти убийцу, желательно в кратчайшие сроки. При этом очень важно не нарушить покой гостей. И не бросить тень на доброе имя отеля. У меня такое ощущение, что здесь рота солдат прошла. Если бы здесь побывала рота солдат, Вадик,
то вряд ли в винном погребе хоть что-то осталось. Анатолий Абрамович, у меня версия есть. Нашего наследника грохнули. 100 пудов из-за бабы. Вадик, у тебя одни бабы на уме. Давай не спешить с выводами. Лучше помоги найти хоть какие-то улики. Ну какие улики, Анатолий Абрамович? Ну посмотрите, тело на месте предполагаемого преступления нет. Стеллаж поставили на место. Кругом вино, бутылки разбиты, 1 000 000 отпечатков пальцев. Мы 2 недели будем копаться, мы ничего не найдем. Вадик, продолжаем работать. Хотя да, задали нам задачку. Меня зовут Игорь Павлович Никаноров. Я следователь по особо важным делам. А вы, я так понимаю, Нина. Присаживайтесь. Нина Костюк. Это вы нашли тело Романа Марченко в винном погребе? Я. Вы пытались убить Марченко? Что? Здесь вопросы задаю я, отвечайте. Я никого не пыталась убить. Хорошо. Как вы познакомились с Романом Марченко? Да никак. Меня только вчера на работу взяли. Я его первый раз увидела, когда... Когда вы увидели его в первый раз? Нина, успокойтесь. Попытайтесь максимально точно вспомнить все события вчерашнего вечера. Может быть, вы видели что-то такое необычное? Не было ничего необычного. Предпраздничная суета. Хотя, стойте. Был один подозрительный гость. Что за гость? С этого места подробнее. Он выглядел неопрятным, пьяным, но его шатало. Я еще подумала, странно, все гости такие нарядные, а он не бритый, не причесанный. Что еще? До того, как я его увидела, он ломился в закрытую дверь номера и умолял его выпустить. Что вы сделали? Выпустила. Потом, когда я его увидела, он шел по коридору и оборачивался, как будто боялся кого-то. Он явно нес что-то под пиджаком. Да. Что за постоялец? Не знаю. Я здесь новенькая. Хорошо. Я видела, как бренд-менеджер отеля Владислава Викторовна садилась с очень похожим мужчиной в машину и уезжала из отеля. Ну, я в окно видела. Марку машины запомнили? Нет, было не видно. Седан серый. Спасибо. Вы нам очень помогли. Если вспомните еще какие-то подробности вчерашнего вечера, обязательно сообщите. Хорошо, Игорь Павлович. Спасибо. Это я во всем виноват. Я же искал тебя, пап, я искал тебя. Искал по всему отелю, пока тебя здесь. Я клянусь тебе, папа. Я найду того, кто это сделал. Найду и уничтожу. Thank you.
Тело Марченко уже отправили на вскрытие. Вот, ждем результатов экспертизы. Ну и попросил ребят, чтобы они по старой дружбе подсуетились и сделали все в лучшем виде. Спасибо, Антон Абрамович. А вот осмотр винного погреба ничего не дал. Все возможные улики беспощадно затоптаны. Но есть и хорошие новости. Последняя смс-ка от неизвестного абонента. Надо срочно поговорить. Жду тебя в винном погребе. Хорошо бы связаться с хозяйкой отеля. Пусть распорядится дать нам все номера родственников и персонала. Мы разберемся, что это за любитель тайных встреч. Дело не такое безнадежное, Анатолий Абрамович. Вот запишите мне номер телефона. Вадим, а ты сходи на охрану, узнай номер машины, на которой уехала Владислава Горошко со своим спутником. И звони в дорожную полицию, пусть их задержат. Посмотрим, куда они так спешили. Спасибо. Анна Григорьевна, можно мне ехать домой или нужно отпроситься у Тамары Ивановны? Только не к Тамаре Ивановне. Ей сейчас не дают. Поезжай домой. Если срочно понадобишься, вызовем. Максим, вы поранились? Давайте перевяжу. Да все в порядке, я сам. Но вам будет неудобно, рука правая. Где вы так поранились? Да неважно. Это из винного погреба? Ты что, следила за мной? Еще чего. А ну-ка подожди. Ты что, тоже там была? Нина? Зачем? Меня послали за шампанским. Я вошла там. Простите, нам запретили говорить об этом с постояльцами. Значит, это ты его нашла. А почему ты ревешь? Человека жалко. Я испугалась. Я вспомнила, как 8 лет назад на моих глазах родители погибли. Простите. Женя, я в последний раз тебя прошу, пожалуйста, солнышко мое, зайди ты в этот автобус и поедь наконец-то в Киев. Ты бессердечная женщина, Влада. Мне, чтобы налить мне супа горячего и стопочку, а? Иди отсюда, иди. Открой двери! Женя, да не ори ты! А машина? Я без машины никуда не уеду. Шумахер, ну куда ты в таком состоянии поедешь-то, а? Ну что ты делаешь? Ну прошу тебя, пожалуйста, Женечка. Матка. Тихо, пожалуйста. Добрый день, граждане. Здравствуйте. Капитан Блаженко, предъявите, пожалуйста, ваши документы. Да, сейчас, секундочку. Капитан. Тихо. Вот, пожалуйста. У меня есть приказ. Вам необходимо срочно вернуться в райское место. С чего это вдруг? У следователя есть к вам несколько вопросов. Какого еще следователя? Вам на месте все объяснят. Прошу, следуйте за нами. Капитан! Да тихо ты! А потрудитесь объяснить причину остановки! Женя, закрой рот, пожалуйста, не ори, я тебя прошу. Владка! Слушай меня внимательно, умоляю тебя. Ты приехал сюда спрятаться от городской суеты, писать свою долбанную рок-оперу, понятно? Целый вечер, целую ночь ты сидел в номере и писал оперу! Не пил, ясно? В машину садись. Влада, ты беспощадная женщина!
У меня голова и так раскалывается, а ты вот это зудишь мне! Давай, тихонечко. Не заставляйте меня принимать крайние меры. Да, хорошо, мы едем. О, явились, не запылились. Где вас черти носили всю ночь? Я ж глаз не сомкнула. Ну шо, Галюня, устроилась она работать на мою голову? Они шо, не знают, что тебе 18 нет? Галя. А праздничные и сверхурочные, они платить собираются? Мало того, что я весь вечер сама просидела, так еще и Левко тебя не застал, коли заходы вранці. Зачем он приходил? Что ему нужно? Хотел тебя, Нинка, с Рождеством поздравить. Подарок он оставил. Молодец який. Так, сідайте. Мийте руки і сідайте. Я не голодна. Ні, ну а для кого я оце стараюсь, а? Для кого я стараюсь? Та не чіпай її, Галя. У нас не таке сталося. Ніночка в винному погребі знайшла вбитого сина хазяйки. Романа. А от що я говорила, а? От що я казала? Пусть Нинка забудет про тот отель. Нечего ей там делать. Нужен он ей, как собаке пятая нога. Хватит. Наработалась. Он не успела устроиться, вже в халепу вскочила. Ще, не дай Боже, в Подолі принесе. Та чому тебе, а? Ну що ти знову таке верзеш? Ах, ти ж мене дурна. Галька, заспокойся, я тобі кажу. Этого еще только не хватало. Она еще и заболеть умудрилась. А я тебе говорила? Ну, говорила. Скажите, как вы оказались в винном погребе? Меня там не было. Я весь вечер сидел в номере. То есть вы утверждаете, что никуда не выходили? Приехал поработать. Сидел в номере. Ничего не видел и не слышал. Хорошо, тогда расскажите подробнее о вчерашнем вечере. Например, куда вы направились, когда вышли из номера? Да никуда я не выходил. А у меня есть другая информация. Что вы выбивали дверь номера, орали на весь этаж. Да ну бред. Я выбивал двери. Орал на весь этаж. Я водички выпью. Давайте еще раз. С какой целью вы бродили по отелю? Ничего не видел и не слышал. А вам не кажется, что горничная могла что-то напутать? Нет? У моего мужа проблемы с алкоголем, и в этот вечер я заперла его в номере для того, чтобы он не напился и не испортил праздничный ужин. Так что весь вечер Женя был в номере. Какое удивительное совпадение. Именно эта горничная выпустила вашего мужа из номера, и он чуть не снес дверь. Я, кажется, догадываюсь, о ком идет речь. Это новенькая, а? Малолетняя дрянь. Вот аферистка. Врет, как дышит. Вот я бы на вашем месте лучше бы ее проверила, вместо того, чтобы впутывать меня, Женя, в эту историю. Не нужно меня учить, что мне делать. Скажите ваш номер телефона. Мой телефон украли вчера вечером. И вы только сейчас сообщили об этом? Меня никто об этом не спрашивал. Ну, номер вы помните? 078-372-1772. Скажите, а у вас украли телефон
До смерти Марченко или после? До. Именно с этого номера телефона покойный получил СМС-сообщение, его вызвали в винный погреб. Ну так кто угодно мог написать с него СМС-ку. Я повторяю, проверьте еще раз эту горничную. Не нужно меня учить, что мне делать, Владислава Викторовна. Как вы не понимаете, перед приемом на работу в райское место весь персонал проходил серьезную проверку. А она свалилась, как снег на голову. Ну, можно сказать, человек с улицы. Кто ее знает, что у нее в голове? Это не ваша печаль. Вам о себе и муже заботиться надо. Слишком много совпадений, не правда ли? Я говорю вам, это всего лишь совпадение, поверьте. Хорошо. Помните о тайне следствия? О том, что ни вы, ни ваш супруг в ближайшее время не должны покидать территорию отеля. Вот, прочтите. Распишитесь, с моих слов записано верно, прочитано. Дата и подпись. Понятно. Ну что, как она? Ну ты что, не видишь? Ну дай, дай, я попробую. Я буду молчать, честно, отпустите меня. Нин, Нин. Девочка моя, ну подожди, подожди. Вот, нужно выпить лекарство. Давай, 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 вот так, вот так, вот. Вот еще, давай, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Вот, молодец. Я никому ничего не скажу, честно. Значит так, Нинка пойдет в отель только через мой труп. Она в историю вляпалась, а нам разгребать? Нет уж. Ну так-то, ну так, Галя, ну... Я сказала, никаких отелей. Хватит, наработалась, никуда она больше не пойдет. Ты меня понял? Да что ж, я ж ничего. Нин, Ниночка. Тамара Ивановна, у меня к вам неутешительные новости. Я уже готова к любым новостям, Игорь. Ваш сын получил удар по голове до падения. Чем-то тяжелым и округлым. Похоже, бутылкой. Поэтому ваша версия о том, что вашего сына убили, недалеко от истины. Да, бедный, бедный мой сынок. Кроме того, нарисовалась картина. Влада Горошко попыталась увезти своего мужа из отеля рано утром. Мерзавцы. У него странным образом украли телефон, с которого накануне убийства было отправлено сообщение Роману, чтобы он спустился в винный погреб, где его и убили. Игорь, значит так, немедленно ее арестуй. А я подготовлю все документы и уволю эту тварь задним числом. Тамара Ивановна, вы не хотели, чтобы кто-то узнал об убийстве. Поэтому давайте придерживаться легенды о том, что это был несчастный случай. У нас нет прямых доказательств против Влады. Поэтому давайте делать вид, что мы поверили ей. Что это нам даст? Если это сделала она рано или поздно проколется. Ладно, убедил. Скажи, когда мы можем похоронить Романа? Тело вашего сына после всех экспертиз привезут завтра. Я позабочусь, чтобы не было никаких проволочек. Спасибо. Тамара Ивановна. Примите мои соболезнования. Это так несправедливо. Роман Назарович должен был жить еще и жить. Никогда бы не подумал, что такое может произойти. Спасибо, Влада. Господи, я только узнал об этом.
Я взял выходной. Тамара Ивановна отпустила меня отпраздновать Рождество в селе. У меня в голове не вмещается. Я даже не мог такого предположить. Примите мои соболезнования. Скажите, а Петр Андреевич, вы приемный сын Тамары Ивановны и ее покойного супруга? Нет. Дядя Назар взял меня, 4-летнего сироту, на воспитание. Я рос в семье Марченко. Все они для меня как родственники. В лице Романа я практически потерял брата. Скажите, а днем, до убийства Романа Марченко, вы ничего подозрительного не видели? Вроде ничего. День был очень насыщенный. Дел было по горло. Хорошо. Если вспомните что-нибудь, обязательно нам сообщите. Непременно. Как я теперь буду жить без тебя? Братик, как же мне тебя будет не хватать? Ну почему ты? Может, воды? Или попросить Екатерину Степановну кофе-чай? Воды принеси. Господи, когда его уже отдадут? Да, спасибо, Игорь Павлович. До свидания. Все экспертизы закончены, тело папы можно забирать. Держись, ба. Ты тоже. Ну, как ты? Есть температура? Нет, нормально. А где дядя Тарас? Так на работе где же он еще быть? Почему меня не дождался? А ну, сядь! Хватит, наработалась. Я тебе говорила, что это райское место вылезет боком. Я к воду смотрела. Доброго здоровья. Приперся. Что тебе надо? Привет. Привет. Да я дядьку Тараса встретил, он сказал, что я заболела. Так. Ну, что у тебя температура? А потому что заболела. Нечего тут шастать. А то еще вирус подхватишь, баранов своих заразишь. Иди отсюда. Ладно, тетя Галь, ну дайте поговорить. С кошарой своей разговаривай, иди. Спасибо, что зашел. Я забегу к тебе на днях. Иди к бису звиться. Ну, ты выздоравливай. Нечего тебе к Нинке ходить. Тетя Галь, ну что вы делаете? Михай, мой друг, а вы даже поговорить не дали. Да пусть этот голодранец со своими баранами разговаривает. Толку от него. Ниночка, вот то ли дело Левко. Вон сколько внимания тебе уделил. А подарки? Вон какие подарки дарит. Они же, наверное, денег стоят. Немерено. Я подавлюсь, доброе? Господи, яка ж краса. Если б мне Тарас такое в молодости подарил. А ще ці, ще колготи ажурные до цього. Я б королевой была. Тетя Галь, вы что, не видите, что это пошлость? Да много ты понимаешь пошлость. Ешь давай. Спасибо, наелась. Ничего не ценишь, только продукты переводишь. А может, оно на меня налезет, а? Лада, а ты спала с Романом? Конечно. И с Романом, и с Семеном, и с Петром Андреевичем. Со всеми спала. Ты издеваешься?
Совсем мозги пропил? А чего тогда следователь нас в убийстве подозревает? А ты не догадываешься. А я не экстрасенс, чтобы чужие мысли читать. Знаешь, говори. Слушай, ты издеваешься надо мной. Ты правда ничего не помнишь? Слушай, кончай свои ребусы, а? Что я должен помнить? Вчера в коридоре ты допивал бутылку элитного коньяка. Да ладно. Ты ничего не путаешь? Может, это в баре было? Такой коньяк тянет баксов на 500. Откуда валюта? Ничего не помню. Слушай, Владочка, а ты дай мне на похмел, а? Я грамм 150 выпью и все вспомню. Ага, сейчас. Если будешь буянить, я сдам тебя следователю со всеми потрохами. Понятно? Я не слышу. Понятно. Жестокая ты, Владка. Человека трубы горят, тебе хоть бы хны. Тарас Остапович! А? А где ваш племянец? Так заболела. Заболела внезапно. Очень интересно. Молодая ж девочка, такой стресс вчера пережила. Впечатлительная очень, да? Передайте Нине, пусть она побыстрее выздоравливает. Возвращается в отель. У меня к ней много вопросов. Кстати, она действительно ваш племянец? Да. Она дочь моего покойного брата. А что, не так? Да ничего. Вам туда. Он же ж прощупился, а? Ну, я баналист. Прошу, прошу, зажить. Кто? Вы что-то хотите сказать? Как в Библии написано, прах возвратится к праху. Светлая память Роману Назаровичу Марченко. Царствие небесное. Прошу всех садиться в автобус. Выпендриваешься. Дизайнершу из себя корчишь. И меня очень вздумала как надо, да? Всем привет. Так, тут такое дело. Нин, тебе нужно приехать в отель. Там сегодня следователь тобой интересовался. Ну, просил, чтобы ты с ним как-то связалась. Этого еще не хватало. Галь, ну подозревает, это еще не значит, что она в чем-то виновата. Я ни в чем не виновата и могу хоть завтра выйти на работу. Я себя уже лучше чувствую. Никуда ты не пойдешь. Но ты хочешь, чтобы он сюда приперся с допросами. Галь, но оно тебе надо. Ладно. Но чтобы это было в последний раз. Ну как ты? Thank you.
Ниночка, следователей еще нет. Когда будут, неизвестно. Ну, если нет, загружайте меня работой. Я готова. Тогда убери 205-й, номер Влады. Она с мужем как раз завтракать пошла. Вспомните, кто и где находился около 20.00 24 декабря. Ну, я, допустим, сидела за столом. Вот Стасик куда-то выходил. А при чем здесь Стас? Ты лучше за своим братцем следи. Прекратить базар. Отвечайте на вопрос. Ну, я выходил из ресторана. А я в туалет ходил. Это что, преступление? Будьте людьми. Куда вы ходили? К машине с подарками для родственников. Это кто-то видел, может подтвердить? Антон действительно принес нам подарки. Ну, это же не преступление. Я думала, что к моему мужу нужно охрану представлять. Посмотрите видео с камер внешнего наблюдения. Да. Разберемся, не переживайте. Да это ты со своим ненаглядным братцем только и ждешь момента, чтобы прибрать все к рукам. А то я не знаю, что у Антона доля в нашем семейном бизнесе. Ника, прекрати. Ты своего сопляка притащила, чтобы загробастать здесь все. Это вы убили Рому. Что ты сказала? Тихо, 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 тихо. Мы с Вероникой любим друг друга. Хватит! Успокойтесь. Да вы что, все с ума посходили, что ли? Не семейка, а банка с пауками. Я немедленно уезжаю отсюда. Ты никуда не поедешь. Пока мы не отметим 9 дней, никто никуда не поедет. У вас молодой человек тоже не был в ресторане. Что у вас с рукой? Вы хотите сказать, что это я убил? Под подозрение попадают все. О, Господи. В роддом. Идиотизм какой-то. Пойдем со мной. Мне нужно кое-что с тобой обсудить. Никакого вина. Вообще, забудь про алкоголь. Знаешь, другие с собакой лучше разговаривают. Я тебя в люди вывел. Зачем ты так? Слушай, ты 3 года ждешь, пока прилетит твоя муза. Но прилетают только мухи на запах алкоголя. Ты не заработал ни копейки. Тебя содержу полностью я. Так что, заткнись и ешь. Спасибо. Наелся. Вот и прекрасно. Когда ты только успела стать такой? Когда ты перестал быть мужиком. Дело в моем номере, а? Хотела стащить что-то? Анна Григорьевна просила меня убрать ваш номер. Я телефон в вазе нашла. Не ваш?